Ребята, у нас вечерний толстолоб. Пацаны, завел, блин, корягу. Достаю толстолоба. Удочка, смотрите, как лежит на коряге. Ты говори, не достаю толстолоба. Пытаюсь достать. Слышь, давай ее вытянем. По-моему, отломал. А ну, сейчас посмотрю. Ой, блин. Сейчас эту корягу нахер вытяну. Вытяну, блин. Да вытягивай. Нет, так подожди, мне надо сначала рыбу вытянуть оттуда. Оно гуляет, да, уже свободно гуляет. Не, все равно коряга, видишь, еще тянется. Что мне постоянно ведет на эти коряги? Может, тебе подсаку дать, чтобы его в подсаку положить? Что тут подсак? Он делает рывок и играет на коряжке, понял? Ага. Коряжка зацепилась, и он играет. Гля, удочка конкретно. По-моему, отцепилась. Да, вроде бы пошел, потому что сработал фрикцион. Нет, по-моему, отцепился от коряжки. Ну, фрикцион сработал. Пошел дальше. Ну, вести ее. Зачем мне вот эти проблемы, Лех? Не знаю. Мы вообще проблемно выехали. В дождь. Зачем мне вот эти проблемы? Без проблем жить скучно. Отломай вот эту корягу. Во. Ай, катушка в воду. О, он возле тебя где-то. Да я понимаю. Отломал эту папку. Угу. Он пошел в другую. Дать ему пускай туда уйдет. Видишь, коряжка не уходит. Ага. Во, как раз пошел туда, куда надо. А я понимаю. Сейчас подсаку возьмем. Вот она, Лех. Вон он там. Ну, он такой небольшой, блин, а я вот с ним. Сюда. А он еще забагрился, видишь? Да не забагрился, он второй там. Вон, о, второй забагрился за плавник. Не забагрился. Давай ее сюда. Наконец-то. Наконец-то.